заниматься искусством мгновенно. Настоящую картину художники могут создать из зыбкого материала меньше, чем за минуту. Но так же легко она и разрушается. Поэтому свои любимые работы авторы цементируют с помощью фотоаппарата. Из чего созданы многие картины, с первого взгляда и не определишь. Все это песок. Для творчества и материал должен быть особый, очень мелкий кварцевый песок. Хотя для простых рисунков подойдет и обычный речной. Такие природные краски властвуют над цветом и тенью. Образы получаются самые причудливые, а сюжеты разнообразные. Здесь и ежик в тумане, и философские размышления. Песок, он такой материал, который вот ни с чем не сравнить. Если взять краски, красками так и нарисуешь. Не покажешь тебе эмоции, это же мимолет. Нарисовал, стер, придумал что-то другое. И песок, он сам подсказывает, он говорящий, он живой. Зыбкая фактура – идеальное средство для создания женских образов. Балерины и мечтательницы, девушки и дамы – один из самых популярных сюжетов на выставке. Он вне времени. Есть и песочная Мона Лиза. Героиня картины «Звезда» художница Екатерины Першиной загадочно наблюдает за посетителями галереи. А звездой ее сделала обычная формочка из детской песочницы. Очень много художников используют кисти, используют какие-то формочки. Даже используют цветные бусины или бисер. Я попробовала песку при помощи формочки звезды придать такие очертания звезды. В международном проекте песочной графики «Вне времени» участвуют 38 авторов из 4 стран – России, Белоруссии, Литвы и Украины. Стартовал проект в Барнауле, впереди еще более 30 городов. Самара стала 7-й. И запомнилась особым подходом. Самые юные посетители выставки создали яркое панно из цветного песка, посвященное 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. К тому же к песочной анимации, которая не только глаз радует, но и руки, развивает мелкую моторику, приобщиться могут все желающие. В галерее «Новое пространство» пройдут мастер-классы. Продлится выставка «Вне времени» до 30 апреля. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.